Сегодня мы празднуем с вами праздник Богоявления Господня. Само название праздника говорит за себя. Бог явился людям в Новом Завете. Мы с вами знаем явление Ветхозаветной Троицы, когда ветхозаветному праотцу, патриарху Аврааму явился Господь в виде трех ангелов, которые представляли собой трех странников. И вот в Новом Завете мы с вами видим, когда Господь наш Иисус Христос пришел на воды Иорданские для того, чтобы совершить водное погружение. И в это время, когда Он входил в воды, то разверзлись небеса, и голубь сошел, Дух Святой сошел в виде голубя, и был голос сверху: «Сий есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволи». И вот это есть явление Новозаветной Троицы, когда мы можем с вами наблюдать и в образе Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И вот эта вот замечательная традиция на сегодняшний день сохранилась в русском народе, в Русской Православной Церкви, когда в этот день мы с вами совершаем водное погружение. Мы с вами приходим в Иордань, в пруды, реки, озера, источники, святые купели и совершаем водное погружение в ознаменование этого самого погружения, которое сам совершил Иисус Христос. Господь говорит, что в малом будешь верен, над многим тебя поставлю. И вот этот, можно сказать, что малое начинание, когда мы с вами преодолевали в себе прежде всего вот этот внутренний страх, что на улице вроде вот минус 20, погода, замерзшие реки, озера, купели, и мы в это же время раздеваемся и окунаемся в холодную воду. Я каждый год уже делаю, 5-й год уже подряд. Нравится очень. Чтобы быть здоровой и никогда не общаться с медициной. То, что я и делаю. Так что спасибо природе. На сегодняшний день я желаю всем россиянам, всем тем, кто окунается в святых купелях, всем тем, кто чтит обряды, традиции Русской Православной Церкви, с праздником Богоявления Господня. Действительно, сегодня Господь явился нам в ознаменование того, что мы живем, мы имеем место существовать, мы имеем возможность на спасение и единение к Нему. Я желаю всем здравия, душевного и телесного, всем умиротворения, мира, благоденствия, благополучия, чтобы всегда мы пребывали с Богом.